Всем привет, вам Magic Play. И осталось еще чуть-чуть секунды конца игры. Ну и мы прыгаем. Новый способ мы покажем вам в следующей игре. Ничья. Ой-ой-ой, он первый раз ничего бутил. Так, давай заходи в дуэли 2 на 2. Я хочу показать способ старый, как строится. Короче, присоединяйтесь ко мне. К нам. В нашу армию таких. Гильдия хорошая. А, да, в гильдию присоединяй. Мы ищем читеров, которые помогут нам победить всех. Читеров? Дика, ты чё так не рядом со мной начинаешь строить? Я просто поднимаю. Вот, смотрите, строимся вот так вот. И просто ставим лаву. И все, готово. Короче, пошли ко мне. Я, чтобы у нас был интерес, поднимайся ко мне. И все, готово. И вот так вот строимся. Вот. Я не отключается. И вот так вот победа. Вот, видите, как быстро. Вот вы увидели новый способ за 3 секунды, как победить. Да, забыл это видео. 100% способ победить или сделать ничью. Давай еще. Давай один на один и будем строиться вместе. В первый. Зайдем. Я хочу просто одно задание выполнить. Один первый раз умереть. Первый умереть. Окей. Это что? Это какая игра? Я уже выбрал. Какая это игра? Первая. Да блокпати, но. Я помню, какой там ты мне боза показывал. Скажи, там можно уже вставать. Я не знаю. Бегай или ты умрешь. Нашел. Я то я буду иногда зависать в воздухе. Ну окей. Если я захотел. Ну, не обращает на меня внимания, то я завис в воздухе. Он тоже упал в карте. Интересно было. Все, давай уже дуэли один на один включай. Мы будем показывать. Стой на месте, когда когда будешь готов. Вот стой, не двигайся вообще. Стой, да сам... Ну окей. В ту сторону бежать надо, в ту сторону. Ну и мы покажем пару способов, как сбежать из карты. Побежал. Они сами спрятались. Давай быстрее. Разливаем воду. И застраиваемся, чтобы они сразу к нам не при. Ты ломай вон там дерево, которое я поставил, спускайся ко мне. Быстрей. Давай, типа я умер. Давай, быстрее. Так, давай, прячемся и убираем. Минус один. Он воду свою поставил. Нет, он не поставил. Вода поставил. Шмаль. Маль пятная, ёптую мать. Давай быстрее убирай. Он к нам пришёл, он к нам пришёл. О, он идёт. Так он поставил свою вторую воду. Ты можешь её убрать? Я не могу. Я тоже не могу, как я уберу? А ты его растидывай, я сейчас поднимусь к нему. А ты его... Как я упал? Он снова поставил свою... О, ура, я могу уничтожить его воду. Лапой? Нет. Обычной водой. Ну ладно. А где его напарник? О. А, он закопался! Минус вода у него. Где он? Его напарник вообще потерялся. Не-не-не-не-не. А, вот он где закопался. Я понял его способ. Ну что, он меня сейчас скинет, и все, и они выиграют. А ты просто и стройся тут на другую сторону стройся. Я как он будет стрелять?
Ты пока стройся. Да он не может уже подняться. Его напарник вообще ушел куда-то. Он куда-то крякнулся. Так, надо спрятаться от его напарника. Он крякнулся, я тебе сказал, вот тут нету. Я вот... А, да, он... вы тут как бы оба остались. И все, больше никто? Да, больше никто. Можешь его прыгать добивать. А кто в меня стреляет? Он. Который он... упал? Нет. Ясно. Он сейчас не... он еще не упал. Он еще падает. У меня проблема. Он на кого мне там вызывает уже. Ты его разбей в воду, чтобы у него была надежда. Не-не-не-не-не-не-не. Разлей, в другой стороне разлей. Чтобы маленько надежда у него была. Ты с надеждой оставляешь. Смотри, он может снимать игру. За что? Не долетел. Бедный. Рай, я с тобой. Бедный мальчик. Погиб. Ну, давай еще играть. Давай еще. Это было весело. О, так пошли еще раз. О, как раз две карты как раз надо для видео. Да. Что за везение? Странно, странно. Войдем ко мне, быстрее ко мне, сейчас я буду быстрее все равно поднимать. Окей. Если что, я не мастер-строистер. Я просто притворяюсь. Я знал. На самом деле я сейвер первый. У тебя даже скинов нет, потому что это специальный читер. Или как там? Специальная штука, чтобы стены все накручивать. Да, у меня есть. Я пустил. Я знаю, тут не хватит на такой силы, на такой... Я на такие вещи уже... Я даже не твои, наверное. Это мне мешает. Не, почему по мне только стреляют? Потому что я хороший. Ну ладно, спасибо. Ну я же хороший, вы чё? Они там стрелы уже начали прилетать, все, я поднялся. Давай быстрее. Итак, медленно убираем, разбиваем лаву. Пойдем, когда лава упадет. И теперь медленно наслаждаемся этим звуком криков в их умах. По их никам целься. Где? Я спрятался далеко очень. А теперь разливаем воду. Настолько круто, надо разлить воду. Чё там без... не хочет вода течь? Она... А, вот. А то у меня подлагало. Что ж, я делаю тоже... прыжок. Не делать прыжок. Давай, пошли. Ой, я жив. Я просто на лифте. Я здрасте. Давай, Нет. О, давай выживаем в Майнкрафте. Ломаем дерево. Ставим верстак, который не открывается. Так, лайфхаки. Если не открывается один верстак, крафтим много верстаков. Крафтим специально много верстаков. 31 верстак. Все, нормальный верстак. Привет, как дела? Он сейчас наверх пойдет. Бежим. Троимся верстаками. Где что, только верстаки? Если честно, да. Я пошел дерево добывать. Да, у меня нет ничего уже делать, я пошел делать. Вот, так больше блоков будет. Зимнюю воду я поднимусь.
Они стараются, ты видишь. Я скину тебе воду. Удобно. А ты когда-то иностранца заставлял работать на тебя? В смысле, а как его заставил работать? Просто мы с ним в больше, когда я ушел играть. Я даже с белорусами ушел играть. То есть он все за тебя делал? Да, я его заставил копать. Камень. Короче, я на него убираю. Если ты ко мне не идешь, я сам приду. Привет. Нет! Пойдите, меня убивают. На изи просто. Ну что ж, с вами был Magic Play и мой друг Лудошин. И всем до встречи. Пока-пока.